Добрый вечер всем. Сейчас нахожусь в Мстиславле. Дорога такая интересная, луна светит. Вытоптана такая тропочка. Да, интересно. Мне валенки подогнали. Вот, чтобы я не мерз. И варежки. Вот я в варежках. Классно в них. Подсветочку взял, чтобы светить. Подсветка это как больше. У меня такой фликер. Фликеров нету своих. Знаю, что в маленьких городах требуют, чтобы был фликер. Вот у меня фликер такой. Как-то так получается каждый раз приезжать в Мстиславль, когда что-то интересное происходит. Ну, например, в прошлый раз, когда приехал, в октябре выпал снег. В этот раз циклон пришел. Вот это детский сад. Всего два детских сада. Это номер, наверное, один. Каждое предприятие украшает новогодними огнями свое предприятие, чтобы создавать новогоднее настроение. Хотя Новый год уже наступил, уже можно сказать рождественское настроение. Я иду сейчас по улице Ленина, она очень длинная Ленина, и свернем на Пролетарскую. Кстати, вот эта улица Ленина раньше называлась Киевская, а Пролетарская называлась улица Смоленская. Проходим мимо школы номер один. Окна заколочены, потому что в некоторых местах были разбитые стекла. Будет ли происходить реставрация этого объекта? Хотелось, чтобы хотя бы ее привели в порядок. Здесь музыкальная школа имени Чуркина. Как я говорил, каждое предприятие украшало свое здание. Музыкальная школа, а сзади меня это Париж. Никто в Париже не украшал здание. Сейчас мы выдвигаемся в парк. Мрачное такое здание. Это костел иезуитов. Потом это был православный храм в последнее время. Архангела Михаила, собор. И в 30-х годах его закрыли. Тут был ДК. Только построили новое ДК. Это здание закрыли и тут проводили гражданскую оборону. Вот про это здание я часто говорю, что требуется реставрация. Сейчас пущу нарезочку, как выглядит центр, каланча пожарная. Реализовать какой-то той или иной проект, просто начать надо действовать, и тогда все получится. Вот так я прогулялся по вечернему предрождественскому Мстиславлю. Ставьте лайки, делитесь видео. А на сегодня все. До скорой встречи.